слышите, русская музыка, жара июль. Вот как, значит, там русские поехали. Кстати, я сегодня с работы шла, столько женщин шло бальзаковского возраста. Блин, приятно так. Чё делает тут Муська? Муська вон там увидела муху. Да, Муся? Да. Это Васенька тут. Вон даже внизу русская речь. А нет, французы-то. Ну-ка, она так смешно делает. Идите как-то ротиком так, когда муху видит. И раз такая Муся. Гроза мух. Все шторы изорвала, в общем, капец. Когда поедем в Россию, надо будет мне шторы еще купить. Вон, вон муха. Бабочка там, бабочка. Бабочка. Вот охотница такая, представляете? Как бы ты бы эту бабочку бы поймала, да? Ой, Муся, не ходи туда, не ходи. Ужас. Ну там, конечно, соседей сейчас нет, но в общем пипец, когда она так бегает, у меня просто душа обрывается. А сейчас не знаю, что за музыка. Как бы у меня Ютуб не забанил. Гроза мух. Вот как там дискотека. Как им там классно. Так, что я там увидела? В общем, я тут постель, потому что я здесь сплю. Когда холодно стоит, я это уберу, конечно, отсюда.